Всем привет! Вы знаете, сидя на просторах ТикТока, я стала замечать одну такую непонятную тенденцию. Женщины, которые поддерживают мужчин и которые, так сказать, воспитаны в семье традиционной, старой закалки, и которые считают, что да, женщина там должна вести хозяйство, муж должен работать, и как бы все они там должны друг друга, грубо говоря, поддерживать, это считается удобной женщиной, и вообще таких, короче, начинают просто тупо гнобить. И, в общем-то, деваха в ТикТоке стала одной из таких. Удобная женщина. Удобная женщина. Именно так меня называют девчонки, обиженные из ТикТока. Да, я удобная женщина для своего супруга. Я могу ему уступить, он может мне уступить. Мы можем где-то договориться, где-то друг другу помочь. Так это ж круто! Это классно, это залог крепкой супружеской пары. А что не так? Где я должна была обижаться? Окей. А вы неудобны. И в чем плюсы? Ходить с гордо поднятой головой и говорить всем, что я неудобная для тебя? Ну и кому ты такая сдалась? Ходи дальше. Просто женщина стала жертвой женской манипуляции. Что, а, ты, значит, удобная женщина, ты прислуга, ты плохая. Ну как она может быть плохой, если она старается для своей семьи, для своего мужа? Это нормально, то есть, если вы вступили в отношения, значит, уже вы просто-напросто идете по жизни вместе и поддерживаете друг друга. А тут ей просто клеймо, все, удобная женщина.